Всем привет, ребят! Ну что у нас сегодня? Очередной трешечок. Трешечок от русского сервера. Почему вы сейчас увидите, узнаете. В общем, зашел я с утра, как обычно, на английский сервер. Я обычно там каждое утро чекаю акции все. Ну, на русском ничего не поменялось. У нас на выходные одни и те же акции, скажем так. То есть тут ничего не поменялось. Разбиватель, карта богатства, которую на русском сервере там и на других зафайлили, на китайке дают все-таки восьмую эмблему. Вот так вот. То есть как-то так получилось. Хватайка до 12.79, она еще есть. Как это так? Или она не откроет сейчас? Странно открыла. Ладно, не в этом суть. В общем, что сегодня есть? Бинго, императорская сокровищница, где можно за потраченное получить плюхи. Розалинда, ПБшка. Ну, короче, такое себе. Вот эта акция. Забрать, не забыть. Вот, то есть русский сервер, как русский сервер. Ничего, скажем так, особенного. Что там по топу? Немножко набили больше. Окей, поехали. Поехали дальше. Заходим на китайский сервер, потому что здесь эта акция топовая. Это, ребята, это, знаете, это опять очередное кидалово от русских, я не знаю, локализаторов или кого, почему на других серверах есть. Вот сейчас мы пройдемся с вами по всем серверам и увидите прикол. Вот он. За один сам дают 100 камней, скин, 10 рун, ну вот как это назвать, вот смотрите, раз и забрал. Это с вчерашнего вечера еще оно идет за один сам. Ну все остальные акции такие же, как и были. А, может что-то добавилось. Пират. Окей. Поехали. Английский сервер. И знаете, вот как после этого у бездонатов, ну, донатом это по сути, ну, все равно это бонус даже для любого доната, все равно я даже на английском сервере не докачал до конца, аккаунт свой не докачал, то есть плюхи в любом случае некоторые нужны. Английский сервер. Получить. Вуаля. Опять за один сам есть акция. Почему на русском нету? То есть огник, все дела. То есть, как видите, акции уже подешевели еще камни. Уже 2500 дают за пак. То есть оно все со временем все дешевле и дешевле становится. Поехали. Тесса, сейчас мы его мочканем быстренько. Давай, Тесса, тащи! Но она одна там по суммарной силе, видите, она не успевает. Окей. Забираем карту. Однозначно это бонус, это плюха. Но почему опять же нету этой акции? Точнее, есть, а на русском сервере нет. Ладно, там забакапорили на китайке, возможно, на Тайване это и дали. Не вопрос, получилось так. Все бывает. Но что это? Почему, почему здесь я получил вот эти плюхи тоже? Поехали на следующий сервер. Давайте, немецкий сервер. Но он по идее аналогичный русскому, ой, не русскому, а европейским серверам. Просто в евро стоит валюта. Итак, смотрим. Вуаля, тоже есть. Забрал он уже. На русском сервере этой халявы нет. Едем дальше. Следующий. В общем, вот так вот, ребят. То есть, везде, кроме русского. Потому что на русском выходные, ну, у русских выходные, у всех остальных есть, а тут нету. Увидите это на Тайване. Ладно, бог с этой акцией, пусть будет, смотрим здесь. О, ничего себе, прикольно, смотрите как.
Тоже за один сам. Вот, пожалуйста, раз забрал. Вуаля. Следующий сервер. Так, на этом мы были. Ну, на некоторых серверах, возможно, этого не будет там. Но, как видите, на большинстве серверов, где играют люди, ну, то есть русские, я имею в виду, там, без донаты, где более-менее интересно. Так, это что у нас? Еще обучалка, да вы издеваетесь. Почему так? Вот везде дали. Возможно, нам завтра дадут, но я не знаю, я в этом не уверен. Что на всех дали уже, а на русском как... Ну, хотя на русском, как обычно, все с опозданием. Тут нечего удивляться. Еще некоторые бомбят, что на русском топ. Убивать время, возможно, не спорю. Да, блин, эти обучалки уже запарили. Да кому нужны ваши обучалки? Вот здесь тоже нету. Хоть здесь нету, а может... А, знаете, что может быть? Может быть, что оно уже прошло здесь. Хотя нет, это ж из донат. Думаю, вряд ли. Вот еще один сервер, где не дали. Все печально, все. Такс. То есть у нас как на арабском, на русском не дали. Поехали, следующий смотрим. Тут вопрос как бы, ну, вопрос, музычка у вас тихонько играла, что почему, блин, везде нормально. Дают, вот еще за один сам, пожалуйста, вуаля, есть. То есть, по сути, на арабском, возможно, акция прошла просто уже, потому что там быстрее открываются акции, скорее всего, так. На всех остальных, вот сейчас мы зайдем. За один сам, пожалуйста, вот. Есть. Следующий. И вот так вот, ребят, просто вам еще одно доказательство. Я уже там второй, третий день с момента просто вам по фактам уже показываю, что такое русский сервер. Да, это трэш, это русский сервер, русские буковки, но можно просто на него заходить и смотреть там, если вы что-то не понимаете на других серверах. Как оно все должно быть. Ну вот, опять эта халява есть. Я думаю, что по всех серверах, на некоторых просто время, возможно, прошло. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Но как бы плюхи реально кайфовые. Они не то, что там фигня, как бы. Они 23 тысячи самого, ничего себе. Тут вообще другие акции, но тут, возможно, не будет. Да, тут тоже, может, прошло уже время. А может и нет. 4 дня. Скорее всего. Ну, прикольненько. Посмотрите, какие плюхи. Нифига себе. 15, 8 на душек, а скин за 1000. Офигеть. Вот это да. Что это за сервак? Французский. Вот Франция, пожалуйста. Огник! Нифига себе! 45 этих и огника получаешь. Обалдеть! Вот это да, ребят!
Это крутой коллекционер. Целый огник. Возможно, это и раньше так было, но это реально круто. 45 слизней. Ну, где-то 150к, думаю, надо на это убить. Ну, блин, это, конечно, жестко. В общем, что тут вам показывать? Вы, в принципе, и так все поняли. Ну, конечно, французский сервер удивил, скажем так. Ну, вот опять то же самое. То же самое, как на... Ну, короче, везде есть. Идем на русский сервер. Зайдем на нашу сардальку. Поэтому как бы у меня даже желание на русском сервере просто, ну, как у бездонатов. Ну, хотя, в принципе, какая разница, где играть. Тут трешовее более, без донату тяжелее. Ну, нету этой акции. Вот так вот. Вот, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.